Мать, сын, средина. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушай внимательно моей команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Пожали руки. По углам. Все, рок-н-ролл начинается. Готов, боец? Первый раунд. Фай! Ну что ж, поехали. Тоже очень интересное противостояние. Стоп! Стоп! Фай! Стоп! Стоп! Фай! Неплохо уворачивается от удара сейчас Саша. Ну и старается навязать такую очень неплохую рубку, но да. Без борьбы, парни. Ну, честно говоря, кажется, что Абдулкадыр более подготовленный к этому противостоянию. Но вот сейчас наскок очень хорошо. Гуля, Гуля, хорош. Корпусу, Гуля, делай. Оп, оп, оп. Да, есть, конечно, определенные сложности на силу, но четко зашел. Абдулкадыр с двоечки очень хорошо начинает эту атаку. Но Саша классно также отвечает. Очень плотный бой, ребят. Да, у твой прогноз. Ну, я по старой схеме болею за... Оу, сейчас слева очень болею четко. За Абдулкадыра в этом бою, короче. Пробивает, и кажется, есть там небольшое течение. Справа добавляет. Хороший плотный но бой. Но все равно не отступает. Шаронов прет вперед, как танк. Пошла кровь. Мешает, конечно, мы сейчас обзору с правой стороны рассечения. И, соответственно, Абдулкадыр... Да, Абдулкадыр может набрасывать удары слева, и будут они очень часто доходить до цели, потому что в крови сейчас правая сторона лица у Шаронова. Ну, сейчас не было попадания, поскальзывается Саша. Сейчас Абдулкадыр крутейший бой, просто. И сейчас снизу Александр классно пробил, поджимает его сейчас Абдулкадыр. И есть попадание с обеих, причем сторон. На левой руке опять же, вот, да, хороший попадает джеб, хорошо. Абдулкадыр. О, апперкот добавляет. Есть жестко отсчитывает Александр Сидорин нокдаун. Очень круто пристрелялся Абдулкадыр левой рукой, потом подключил правую и вновь завершил левой. И очень эффектную точку ставит в этом раунде. Забирает его со счетом 10-8 с нокдауном. Саня, не лети, Саня. Не нужен лед, что ли, Абдул, как договариваешься? На джебе держи, на джебе. Джеб забываешь ты. И машешь над ним, правый снизу поднимай, понял? Джеб, джеб, правый снизу, левый сбоку, понял? Выглядит потехничнее, но против таких бойцов очень классно работает напор. И вот именно затянуть их в свои воды, навязать им рубку. Но на боксе Абдулкадыр какой бой показал против именитого бойца. Возобновляется бой, второй раунд. Абдулкадыр забирает центр ринга. Сейчас пошел вперед Александр. Промахивается справа. И тут же Александр Сидорин вмешивается в этот клинч. Ой-ой-ой, очень плотно. Жестко Абдулкадыр попадает, но не смущает это нисколько Александра, потому что продолжает он буквально как танк переть вперед. Хорошо, с левой руки точен Абдулкадыр. Не давим. Предупреждаю, вкусно. Фай! Подразбито, конечно, лицо. Попал, лицо попал. Шаронова. Очень жесткие попадания Гаджиева. Пытается перекрываться Шаронов, но
набрасывает. И все, Александр Сидорин. Шаронову респект. Угол твой отказал. Ну, я понимаю, что бойцы всегда хотят продолжать поединок, но иногда их нужно беречь от собственной храбрости, от собственного характера. И в данном эпизоде Сидорин просто сохранил здоровье бойцу, потому что нет никаких сомнений. Шаронов готов продолжать, но здоровье прежде всего. И здесь Александр Сидорин, конечно, сработал очень четко и профессионально. Собственно, как и всегда, очень скучали мы по Саше Сидорину. Третья секунда второго раунда. Техническим нокаутом ввиду отказа секундантов бойца из красного угла победу одерживает боец из синего угла Абдулкадыр Аварец Гаджиев. Абдулкадыр, поздравляю тебя с победой. Твоя третья победа подряд. Ну поделись, какие дальше планы, какие дальше цели? Дальше посмотрим, что предложит лига. Идем дальше. Ну а сам, может, хочешь с кем-то встретиться в октагоне, с кем-то разделить этот ринг? А, мне без разницы. Слова настоящего бойца, поздравляю, красавчик. Буля, родной, всегда рады тебя видеть. Сегодня не твой вечер, к твоему сожалению и сожалению твоих секундантов и твоих болельщиков. Ну скажи нам пару слов. А что мне сказать-то? Все так, как есть. Ну как думаешь сам, простой сказался? Какой простой? Я и не тренируюсь, вот все, я работаю. Табак кормить надо, семью. А чтобы бабки платили, нужно тренироваться. Замкнутый круг, я тебя понял. Подарочки от наших спонсоров. А мы переходим к следующему поединку.